друзья, мы подошли. Это вход в отель Атлантик. Два бассейна здесь. С левой стороны резиденция Сан-Даниэле. Вот это вот скамелка, рыбешка. Черненькая, маленькая, малюсенькая. Сантиметра два. €8.35. Добрался до автомата. Сейчас будет полный карман мелочи. Сидим в драмате, слушаем музыку прикольную. Касса опустошается автоматически каждые 4 часа. Бросать так. Все достают из сушилки. Сейчас у нас сумка на колесах. Сейчас поедем в гостиницу. Мы зашли в магазинчик, называется Le Verdure. Здесь можно купить фрукты. Вот здесь овощи сырые. Магазинчик. Здесь есть из этого карчофа. Это из карчофа? Yes. Чао-чао! Вот здесь есть готовые салатики. Уже берешь и сразу ешь. И напитки холодные, напитки здесь. Охлажденные справа. Еще здесь можно купить много водички. This is lime. Чеснок. What is this? Ricotta, formaggio. Wow. Cheese. E questo è il pepe. From God. Cosa è pepe?
cos'è pecora? Che pecora non fa bene? Итальянцы сортируют мусор. Нашли мы такого. После сиесты здесь какой-то отель. Посмотрите, какая архитектура. Сад на крыше, на террасе. Терраса. А, это офис Техноказа. По-русски-то. И мобиляры. Недвижимость. Недвижимость. Через дорогу наш отель. Мы пришли в бассейн. Здесь один бассейн под крышей. Там бар. Один бассейн на улице. Я спустилась вниз. Здесь комнаты для переодевания. Сауна. Мы в халатах. Написано per la copia only for two person. Только для двоих. Загляну-ка я туда. О, как тут жарко. Маленькая сауна. Пахнет очень вкусно. Ну что я могу сказать? Красотища. Yeah, it's been almost 50 years since I've seen life, but I don't know. Really? When I was in Guam, we had this crazy idea. There was banana plants growing all over the island. We'd want to go out and dig them up and collect $100 a piece on them, transplant them in people's yards. Мы пришли в бассейн, гостиница Ritz. Здесь есть пальмы. Кролик. Ого. Здесь кролики пасутся.
Ричард расположился на шезлонге под деревом. Мои кустики под бассейн. А вот там дальше гидромассаж. Как джакузи. Вода очень теплая, минеральная, из источника, очень мягкая, и я просто в ней растворяюсь. И сейчас мы идем в джакузи. Сейчас я знаю, как это работает. Сейчас уже это работает, но как-то надо куда-то нажимать, наверное.